Всем привет! Есть такое явление среди любителей радиосвязи, как нелегальное радиолюбительство. Кто-то называет этих людей радиохулиганами, кто-то свободными радиовещателями. Но суть от этого не меняется. Это люди, которые работают в эфире на радиочастотах, не предназначенных для любительской связи, не имея разрешений на работу в эфире, не имея позывных, не используют, соответственно, радиолюбительских позывных, а используют вымышленные какие-то позывные. И это явление распространено во всем мире, но я вам хочу рассказать о российской его части. Я сам на хулиганских диапазонах не работаю, вне радиолюбительских диапазонов в эфир не выхожу и вас к этому не призываю. Но так как явление достаточно распространено, то я хочу вам рассказать о нем, показать, как в эфире выглядит работа этих радиостанций, на каких частотах в основном можно встретить их. Такие диапазоны можно разделить на две группы. Это группа, где работают с амплитудной модуляцией, где работают с однополосной модуляцией. С амплитудной модуляцией работают в основном в двух участках частот. Это в районе 1600-1700 кГц, то есть между радиовещательным диапазоном средневолновым и радиолюбительским диапазоном 160 метров. Там часто гоняют музыку и общаются в эфире эти радиолюбители. И также они много работают в амплитудной модуляции в районе 3 МГц. Это частоты в районе 3, 300, 3200. Ну и также ниже 3 МГц, вплоть до 2,5, наверное, можно сказать, МГц. В ССБ работа радиолюбителей нелегалов днем чаще всего встречается на частоте 10460 и на соседних с ней частотах с шагом 5-10 кГц, то есть 10450, 455 и тому подобное. Также часто можно встретить работу радиохулиганов на частоте так называемой 3-6, то есть 6660, ну и на соседних с ней частотах с шагом 5-10 кГц. Ночью их сигналы часто встречаются в районе частоты 2920. Ну и также, соответственно, плюс-минус 5-10 кГц, 2-910 и 2-900. Вот это основные частоты, где наиболее часто встречаются российские радиолюбители-нелегалы, то есть радиохулиганы. Сейчас я вам покажу, как звучат их сигналы в эфире, и послушаем их в разных диапазонах частот. Вот это основная дневная частота свободных радиолюбителей. 10460. Так, яхта была, еще одна станция была. Яхта около 3 баллов. Что-то какое-то одностороннее прохождение. Здесь Паша Павел, Екатеринбург-Сити. Еще раз, аэропорт, откуда что-то, я не вспомню, откуда работаете. Не помню, по-моему, Самара или что-то такое. Здесь Паша Павел, Екатеринбург-Сити, на приеме. Павел, принято, великолепно. Понятно. Ну, видимо, прохода может быть нету. Еще сигнал кто-то не случился, так что вот такие вот дела. Хорошо, до лучшего прохождения, пожалуйста. Всем всего доброго. И как место принял, то, пожалуйста, подтверди. Да-да, все принято. От нуля до 2-3 баллов, но больше на ноль. На ноль отрабатывает станция. Ну так, по приему у меня антенна хреновенькая. Ясно, понятно, на то обстоит. Все принято, принято, да, там тональник кто-то вешает, вот, тональник у меня проходит порядка 5-6 баллов, а у вас останется немного потише. Но все принято, спасибо, на то обстоит, хорошей погоды, всего самого наилучшего, с Урала, на Черноморское побережье. 7-3, до будущих, до лучшего прохождения, пока-пока. Обратите внимание, позывные вымышленные используют. Девятый. Кто девятого принимает? Девятый, третий, прием. Ну, третий, девятый, 5-9 вышел. Николай, прием. Николай, здравствуй. Пятерка, девятка. Геннадий Воронеж, прием. Да, Ген, прекрасно слышу. Отменный, кажется, финала. На прием. Окей, прекрасно. Спасибо, друг. Успехов, здоровья. Пока. Пока-пока. Экватор, 9-й прием. Да, яхта Туапсе, 5-9, здравствуй, Геннадий. Позывной у меня пропажа, Воронеж, прием. Видимо, сюда идет. Так что послушай радиостанцию, пожалуйста, перед обедом. Перед обедом 51-го послушай обязательно, Серег. Давай, Алексей, работай. Спасибо, тёшка. Ну, со всеми я уже здоровался. А вот грозу еще не слышал, не здоровался. Гроза пошла, первый лоббист. 5-9 плюс 5 в лоббистке.
Гроза 5-1, добрый день, прием. Серег, принимал? Побежал обедать. Не успели, не успели. Видимо, очень-очень-очень ей захотел. Так, принято. Так, значит, Володя, карабин, работай на Баяна, на Подмосковье. Спасибо, Алексей. Баян – это карабин. Баян, карабин. 7 баллов принимал, 7 до 8 баллов. В Екатеринбурге, Владимир, прием. Я утром редко когда подхожу. Также днем часто и на этой частоте работают на 3-6, на 6-660. Леша, отходил это. У меня тут печка горит, ну привет. А, я понял, я думал, что по 3000 километров между там где-то 2700, 2800, там плюс-минус, короче, не суть, например. Понятно, Леш, вот там он меня, я тебе честно говорю, он меня там слышал, там с плюсами, вот 9 с плюсами, вот он, ну вот что было там, он, у тебя самая громкая станция, вот, ну там у кого 9 он принимал, потом я его не слушал. На ночной частоте 2920. Кто-то музыку гоняет. Я обычно туда ваты или губки натолкаю, чтобы он не дербежал. Вылился. Ну давай, Калина, всего хорошего, всем три, пока, мячик, пожалуйста. Ну, сейчас посмотрел, открутил, вот, не, все равно, ну, это может по прохождению, не обращай внимания, Калина, обычно тут громкая работа, ну, как есть, так есть, вот. У новичка, и там я посильнее. Вот такой аэропорт. Это задача. Ребята, есть там кто на 9 район сработает? Есть кто по месту на 9 район сработать? Послушаем. О, блядь, никого нету. Никого нету. Так, ну что, парни, новичок, фонарик, полевой парни, спасибо, что подошли, проконтролировали. Самые теплые пожелания. Может, еще... Услышимся сегодня, если будете работать. Давай по коллективу. Давай, значит, фонарик, задача приема. А вот и настоящие шарманщики в амплитудной модуляции на 3 МГц, часто с нестабильной частотой даже. Ну давай, всего хорошего, пока. Я крикну по ходу. Походу крикнул, ребята, есть кто еще желающий на подключение дежурный Будённого Ставрополья? Мой позывной дежурный Будённого Ставрополья 6, прием. Самый низкочастотный диапазон 1,7 МГц. Работают здесь тоже с амплитудной модуляцией. С небольшим 200, вот, ну, как раз просадка будет 2000, как раз, наверное, вот, 2000, ну, если там как делается, не занимался.
занимался, и не хочу я заниматься этим металлокерамикой. А вот 2000 где-то 100, так вот, 2200 можно на нее наваливать. Губернатор молоток принта прям. На этом все. Работайте в эфире на радиолюбительских диапазонах. Хорошего вам прохождения. Смотрите другие видео на моем канале, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!